Привет, привет, смотрите, как у меня красота, да, друзья мои, что хочу сказать. Вот мы в ТикТоке, да, в ТикТоке, там, в Ютубе, там, в этом, в Инстаграме, да, уси-пуси, туси-муси, ай-любовь, ася-сяй, господи, мне-то не заливайте, а? Не надо мне вот эту вот правоту свою выяснять, да? Там некоторые хотят, то есть, ну, чтоб я снимал то-то, то-то, как-то, так-то, тут-то, тут-то, вот тут-то, что-то засунуть, высунуть, присунуть, да? Девочки, мальчики, ну вы сами-то мозгами поработаете. Ну, вы же не до того, блин, их пропили, или у вас их вообще нету? А, вот мне просто интересно. А? Или может быть я вообще не обращаюсь к тому, чему надо, да? Прическа прям ужас просто. Ужас, надо постригаться. Ну, дело не в прическе, девочки, мальчики. Что хочу сказать. Вот. То есть, вот надо тебе вот так. Вот это сделать, вот это надо снять, вот это вот надо снять. Да не надо мне ваше указывание. Понимаете? Машина проехала. Короче, не надо мне указывать, как мне снимать видосики, как мне что-то говорить. Вот просмотров у тебя будет много-много. Да не надо мне много просмотров. 200 и хватит. Да. Я же не такая звезда, как, извините меня, не Манда Ивановна, понимаете? Ну, Манда Ивановна, она всегда была Манду Ивановной, ну. А там, может быть, на букву П пошла. Господи. Ну, ребят, вот у меня 3 минуты побазариться. Поговорить. Рука трясется, как одна говорила. Ой, у тебя рука трясется. Так это у меня болезнь, господи. Называется энцефалит. Да. Да, девочки, мальчики. Да. Я лечусь. Я лечусь, мил мои. Да. От клещевого энцефалита лечусь. Плюс ко всему, я ж переболел-то гриппом конченым этим. Конченым. Не у той болезни, понимаете? Не модной болезнью. А гриппом, просто гриппом. В 20-м году. Да, переболел и всё. Да, а теперь страдаю. Другие болезни вышли наружу. Так вот взяли и вышли. Так что, друзья мои, не указывайте мне.